По предварительной информации, 1 августа 2024 года, примерно в 4 часа 50 минут, местный житель 1986 года рождения, управляя автомобилем марки Mercedes, двигался на автомобильной дороге Ижевская-Светлый со стороны поселка Ижевская в сторону города Светлого. В районе 2 километра плюс 100 метров водитель не справился с управлением, допустил съезд дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП водитель погиб до приезда скорой медицинской помощи. В настоящий момент сотрудниками полиции проводится проверка.